Здравствуйте, меня зовут Таня. Я инструктор по фитнесу в спортивно-оздоровительном центре «Плазма Джим». Наш експерт Тетяна Яременко – старший інструктор групових програм з пілатесу, функціонального тренінгу, силових програм, степу, слайду. Досвід роботи – 5 років. Здоров'я для Тетяни Яременко – результат праці розумної людини з неабиякою силою волі. Сьогодні ми з Ірою хочемо вам представити програму по пілатесу, яка використовує обладнання «Бол». Називаємо пілатес «Бол» на мічах. Для занятий вам понадобится коврик и понадобится мяч. И, возможно, музыкальное сопровождение медленного, плавного характера. Давайте с вами начнем. И еще хочу обозначить, почему мы определили сейчас такое внимание работе на мячах. Лишь по той причине, что пилатес на мячах является той тренировкой, которая очень благотворно и полезно влияет на поясничный отдел позвоночника. Пілатес-бол – аеробіка з використанням м'яча для покращення координації рухів та постави. Це система вправ, які виключають ударне навантаження, допомагають розтягнути та зміцнити основні групи м'язів, впливають на гнучкість суглобів, еластичність зв'язок, розвивають силову витривалість та зміцнюють вестибулярний апарат. Давайте начнем. Первое упражнение, которое мы выполним с вами, это плечевой мост. Ира, ложись. Для того, чтобы начать выполнять упражнение, нам нужно согнуть колени, перенести стопы на мяч. У нас появляется появляется прямой угол в области колен. Стопы размещены на ширине таза. Также размещаются ваши колени на ширине ваших стоп. Руки вытягиваются вдоль туловища и нужно потянуться также кончиками пальцев рук по направлению к мячу. Плечевые суставы направляются в пол. У вас появится небольшое открытие в грудном отделе. Должно появиться также небольшое сближение лопаток в центр. Но при этом также стараться не выпячивать ребра вверх и не выталкивать грудную клетку. После того, как вы приняли правильное исходное положение, а этому нужно, поверьте, уделить значительное внимание, вам нужно, приподняв и подкрутив таз, направлять поясницу в пол. И медленно поднимая таз на вдохе, вы поднимаете каждый позвонок один за другим. Поднимаете таз до того момента, когда ваши колени, таз и плечи образуют одну линию. Делая плавный выдох, вы медленно в обратном порядке от лопаток до поясницы и копчика опускаете ваш таз, сохраняя прямой угол в коленях, сохраняя опущенность плеч и сохраняя стабильное положение на мяче. Это упражнение очень хорошо воздействует на работу задней поверхности бедер, ягодиц, для укрепления подколенных связок, для улучшения мобильности и гибкости позвоночника, в частности, в поясничном отделе. То есть, если вы попробуете сделать это упражнение, вы сами ощутите на себе, что поясница в этом упражнении очень хорошо разгружается и приобретает приятные ощущения. Следующее упражнение, которое мы выполним с вами, называется «Roll-up» или «Скручивание вверх». Сейчас принесите стопы по центру мяча, обхватив внутренним сводом стопы мяч с обеих сторон по центру. Руки переносятся вверх, над головой. И мы вытягиваемся в одну линию от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. У нас появился прогиб. Этот прогиб называется естественным изгибом позвоночника. Чтобы начать выполнить упражнение, вам нужно приподнять для начала руки, затылок, делая уже вдох, плечи, лопатки. Только поясница близится к отрыванию от пола, вы делаете выдох. И садитесь, вытягивая руки вперед параллельно бедрам. Сделав вначале вдох, начиная подкручивать таз вперед, вы укладываете каждый позвонок от поясницы до лопаток на выдохе вниз. И принимаете исходное положение, опустив затылок и руки на пол. Для того, чтобы было проще выполнять это упражнение, вам нужно будет ногами немножко сдавливать мяч. Таким образом у вас появится напряжение в области внутренних мышц бедер, соответственно, в области малого таза. А эти группы мышц в этом упражнении очень работают хорошо, то для того, чтобы выполнить упражнение более верно, вы должны себе помочь, напрягая мышцы малого таза, напрягая внутренние мышцы бедер. Это упражнение хорошо работает с мышцами живота, создавая внутримышечный корсет вокруг поясницы, укрепляя ягодицы, косые мышцы живота и стабилизирующие мышцы позвоночника. Следующее упражнение, нужно будет поменять исходное положение, разместиться животом на мяче. Это упражнение будет называться плавание на мяче. Для этого вам нужно лечь, разместившись животом по центру мяча, упираясь одновременно и на ступни,
і на руки. Ноги ми ставимо на ширині таза, стопи касаються пола. Руки розміщаються по відношенню к плечевым суставам, немножечко впереди, і ставляться на ширині ваших плеч. Напомню, що центр тіла має знаходитися приблизительно по центру м'яча. Стабілізував мишці спини, вам потрібно одновременним движением підняти ліву ногу і винести вперед праву руку. Делайте це на вдохі. Одновременно, не торопясь. Рука виходить немножечко вище, ближе к уху. І плавним движением, делая видох, ми опускаємо праву руку вниз і одновременно ставимо ліву ногу вниз. На вдохе правая нога, левая рука также одновременно поднимаются вверх. Не торопитесь. Очень сложно выполнить это упражнение по причине того, что мяч постоянно балансирует. Это нестабильная поверхность, и сложно даже это упражнение выполнять просто с упором на колени и ладони. И еще одно упражнение, которое мы предложим вашему вниманию, является наиболее сложным и желательным выполнять его уже в самом конце, когда вы достаточно нагрелись и вы уже сосредоточились на выполнении упражнений. Вам сейчас нужно переместиться вперед, выйти в положение планки. Разместив колени на мяче, поставив руки на ширине ваших плеч, у вас сейчас бедро находится на весу, так же, как и таз. Ни в коем случае вам нельзя сейчас провисать тазом и поясницей вниз. Вам нужно вытянуться от макушки до кончиков пальцев ног в одну линию, для того, чтобы ваше тело приняло ровное положение. И делая выдох, вам нужно аккуратным движением поднять таз вверх и собирая мышцы живота. На вдохе вы принимаете исходное положение, очень аккуратно смещаясь назад. Опять же, выходя в упор на руки, вынося плечи над кистями, вы поднимаете таз вверх, делая выдох, подтягивая по позвоночнику. На вдохе принимаете исходное положение. И смещаемся назад, принимая исходное положение, сед на пятках, положение shoulder stretch. Это положение отдыха, релакса. То есть для того, чтобы расслабить и разгрузить мышцы спины, работающие в этом упражнении мышцы живота, вам всегда следует отдыхать. Мы советуем выполнять эти упражнения в количестве не больше 4-6 раз по причине того, что они не являются очень простыми, и для правильного выполнения достаточно выполнить такое количество раз, не больше 6, чтобы почувствовать нужную нагрузку и проработать нужные мышцы. Со временем, проходящим вперед, если вы почувствуете, что вы стали более тренированным человеком, вы можете выполнять упражнения от 8 до 12 количества раз. Ми желаємо вам успіху в ваших начинаннях. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Тетяни Яременко. Займайтеся пілатесболом босоніж, вправи виконуйте повільно, пілатес не терпить поспіху. Контролюйте правильність положення тіла на м'ячі. Вчіться концентрувати увагу на кожній вправі. Переглянути рубрику ще раз можна на сайті www.vika.ck.ua.